Ну что, всех уже с наступившим 24-м годом! И сегодня, короче, мы хотим сделать подгончики нашим пацанам. У нас есть 11 точек подарки, а где-то жесткие наказания. Игроки не знают, где приз, а где наказание. Им остается только гадать. Поэтому гоу смотреть, кто заберет самый главный приз. Цена самого дорогого. Ну, это уже перебор. Можем сказать, сколько всего ушло на подарки? Давай, давай. 150. 300. Ну вот где-то между этих цифр. Но где-то есть наказание. Пацаны, у нас даже, слушайте звук. Про новый уровень. Бубенцы. Джингл белл. Я смотрел, короче, на эти гонечки. Я тут случайно сожрал эти острые орехи разочек. Ну, и что-то мне подсказывает, что там вот, может быть, опасность притаилась. А ты не думаешь, что там огненный подарок? Вот Макс меня байтит. Ладно, я пойду проверю. Они все боятся в этот банд попасть, походу. Что же попробовать? Смотрите, вот у меня вот по этому чувачку такие предположения очень угарные. Это штрафной с закрытыми глазами. Ну, нужно плотненько, чтобы ему не было ничего видно. Ладно, ладно, ладно. Это было очень близко. Моя страсть — это лонгшоты, поэтому погнали на штраф. Чига уверенную точку взял. Песочные часы. Если бы он сейчас это забрал. Капец. Ты видел этот рикошет? Ну давай я выберу правую. Давай. Сейчас, если он можно как будто левую брать и забирать 100%. Я еще со стороны банта выбрал. Ну да, тут бант мешается, бро. Ты чего? Да, так должно было быть, окей. Выбор был за Тёмычем: пойти вправо, я пойду налево. Но в этом и весь интерес. Сегодня победит рандом, и чуваки чисто на своей интуиции смогут вытащить крутые призы. Все нормально, нет? А все нормально. На баскетбольный канал пришел. Давай, наверное, на лонгшоте. В чем тогда? Я думаю, время, может быть, что-то типа с часами, реально, по очкам. Либо на воротник, как бы, как обычно. Ой, блин. Как вы все близки. Ну бывает, бывает. Юзайте передние точки, парня. Там тоже есть кайф. А, чуваки, посмотрите на эти гвозди. Ни разу в жизни не стоял. Тут главное поймать дзен, бро. Чуваки, это вообще пи***. Нет, меня прям током хачат. Все потихо съебите отсюда, дайте я брошу. Это нужно прорабатывать в голове и бросать. Я прям почувствовал его боль. У меня есть беговой дорожки хочу. Давай. Реально максимально? Да. Это жестко вообще. Что, понимали, я даже не так. 13 нормально. 13 км/ч будет максимально. Он уже пишет. Это игровой момент. Нормально. Игровой момент реально. Это последние секунды. Игровой момент реально, бро. Гриш, ты бежишь. Я в его глазах увидел просто такой бросок веры. Он в моменте остановился и полетел туда просто. Ты что, посмотри, нормально, брат? Жестко, ладно. Я не побегу туда. Я еще раз пробую эти ебаные иглы. О, поймать дзен, Сань, поймать дзен. Опять больно, пизда. Дзан, лови. Еще больнее стало. Отойти. Давай. Не судите по обложке. Интересно. Ну, ой, блядь, сколько нулей! О! Пока только три! Сколько нулей! Пока только три! Ай-яй-яй! Ааа! Хорошо! Давай!
Я просто подумал, что раз я не забил первый раз, значит, это знак, бро. Не, если вы думаете, что здесь сложнее, поэтому здесь приз, то это не так. Я уже не помню, что где лежит, но на бант мы не ориентировались, если что. Сейчас. Ну-ка давай, Да, да, смотреть не хочу. Ну там листочек. Да, там. Там Мария. Ой-ой-ой. Читай. Дринк, что это там? Да. Голый в трусах и шапке. Весь ролик. Бро, ну Новый год, ёпта. Январские праздники. Да ну нахуй. Почему это не мне попало? После первого круга мы поняли, где находилась подляночка, поэтому попробуем попытать свою удачу и проверить, насколько нас сегодня могут наебать. Так, ну, надеюсь, что здесь вот это вот было, это трусы, поэтому мы сейчас блеванем все. Ну да. Фиш, ты заслужил. Твоя зарплата. Приятный пятерик. Криштиану, я тебя сегодня покупаю на ночь. Да, вообще, честно говоря, я уже никому не верю, ничего не жду. Давай, go next. Если я ее сейчас не забиваю, то я буду пробовать другие точки. Сколько можно? Айфон? Ну-ка. Да нет, какой его, она легкая. Так, а что за наказание? Не знаю, читай, бро. Стоп. Повышение ЗП на 10к. Ну, на 3 месяца, бро. Неплохо. Спасибо, парни. Продолжаем гонку за лонгшотиком. Получится ли на этот раз? Давай, ладно, я гонечек, я переобул. Попробуем со второй попыточки забрать этот гонечек. Ничего интересного близкого не осталось, тоже буду с центра подключить за огнем. Но там, скорее всего, орехи. Да почему вы все думаете, что орехи, и бросайте тогда еще оттуда? Обидно. Давай отсюда. Сколько точек уже? 3, да, где-то? Были выиграны. Пока еще не было прям реально хорошего жесткого приза. Еще вас ждут крутые, давайте, парни! Давай. Хочу забрать еще приз какой-нибудь. Хочу еще один приз, я все доволен, и больше ничего не надо. Выбивайте каждую точку, чуваки, а вы досматриваете до конца, чтобы понять, чем мы подогнали нашим пацанам. Не, ну я все-таки добью своего и пойду с центра это забьем. Как не везет этому астероиду. Как тут близко, бро. Тут есть реально призы, такие ты вообще... Реально. Я опять упаду 100%. Арендовали беговую дорожку специально для этого задания. Для одного броска. Но оно того стоит, чувачки. Приз, который там внутри, давайте посмотрим. Давай, малышка! Какая сладкая попка тут бежит! Серый, нет! Сейчас будет еще лучше. Надеюсь. Для меня. Делай! С новым годом! Да, сидит родная. Блин, это не факт, что сейчас что-то мне орет. Я хотел выбить. Красавчик, ладно, молодец. Что, тяжелая коробочка? Чуваки, Apple Watch стержу. Девятый новый. Это новая серия. Парень, идем. Серый, молодец. Ну тут можно думать что угодно вообще. Вот по этим трем знакам вопроса. Ну ты думаешь, что точно что-то крутое, да? Ну, возможно. Ты хотел бы кроссы, да, брат? Ну да. Давай. Одну сожгли. А тут, прикинь, сожги вторые кроссы. Тихо все!
надо открывать медленно. Тихо, может, не будешь смотреть? Что там? Это Ты прикинь, я его сразу открою. Смотри, у меня штуки. Эмоций пока нет. Голос как будто бы разом сел. Блин, но я не знаю, у меня руки до сих пор трясутся, я пока не могу ничего сказать. Просто. Как будто бы можно все-таки попробовать забить с беговой дорожки. Я забью отсюда. Если кто-то забьет, я вообще психую. Давай, давай, я попробую. Это самое близкое из тех, что было, но близко не считается. Ты ее сейчас сломаешь. Ровно летело. Да я буду бросать ее, пока не забью. Она меня убила, я ее и забью. Чисто с кайфом, чтобы брага сгорела. Просто была просто. Ты малыш. Только первый не смотри. Пожалуйста. Не смотри. Ну понятно. Ой. У меня есть, да, но возможно подарю девушке на Новый год. Базар. Скажешь от Макса с Коляном. Базар, базар, девушкам надо делать приятно. Не, ну я тебе говорил, что тебе этот подарок подойдет, бро. Давай сначала вот так приоткроем. Вот так приоткроем. Тут будет пакетик. Сумма. Ой-ой-ой. Но уже не паль. Но дальше. Ну давай. Сейчас интересно, конечно, что-то. Труханы! Я ж сказал, труханы будут! Ну это Дольче Габбана, брат! Какой пи***ц! Именно эти стоят пятнашку! Пятнашку? Ладно, следующий гоп со мной! Они на самом деле вообще такие интересные! Не, вообще выглядит стойко! Промо, ты угораешь, это вообще жестко! Если про... Вот, ну, есть такое подозрение, что орешек, ну как бы, орешек как орешек! Ай-яй-яй, ну я буду отсюда бросать. И сразу следующий. Давай. Зовемся отсюда бросать. Кому как не Чиги сожрать орех еще за его iPhone, я думаю, как бы. И очень страшно, если честно. Я надеюсь, моя мечта и не сбудется вообще. Я говорю. Опа. От банта. А что ты думаешь, что там? Орехи. Я тоже предполагаю, типа, то, что... Не факт, пацаны, не факт, ну, что... Ну да, не факт, давай. Что-то жесткое, что-то жесткое. Давай! Что-то жесткое. Второй айфон, блядь. Два айфона было в ролике, оба чьи. Вибратор. Давай, раз. Два. Три. Да, 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 детка. Слышь, ты пи***ный орехи, пацаны, я отвечаю, я на кураже, если бы был 15-й айфон, клянусь, я бы даже 3 бы съел. Все, телефон. Смотрим, вот это сейчас будет реально интересно. Да. Раз, два, три. Оп, вкусняшка. Давай, быстрее.
чтобы ты понимал, я... Не, все, он пошел. Он пошел ходить, ходить, думать. Ну, за 15-й айфон, брок. Вот тебе сейчас плохо, я думаю, в голове про 15-й айфон. Макс, за своих игроков он, блядь, готов зубами. Да, больно стало, что-то я передумал. Стало больно, нахуй сразу. Пей, сразу легче станет, пей. Меня всего колбасит просто. Все это прошли. Помните, как все мы переживали Чигу за его кроссовки, и при ней айфон прилетает? Да, да, да. Это реально просто. Вернулось. Я знал, что где-то, я знал, что что-то такое, типа, его ждет. Почему-то я угадаю, было. Короче, там Чига умирает. Стало больно, да? Ну что, чуваки, с наступившим Новым годом, у нас каждый ушел с подарком, кроме Браги. Да? Нет. А ты выиграл? У меня плюс 10 повышение ЗП. Все выиграли. Все выиграли. Все выиграли. Криштон выиграл если трусы. Если я выиграл, то да. Ну, бро, у кого трусы за 15-ку есть? И Чига Гастрит выиграл, и айфон. Да не, на самом деле это все шутки, реально крутые подарки, пацаны, спасибо вам. Все классно, все классно. Спасибо, парни. Спасибо за просмотр. В 2024 году мы будем рассказывать и дальше, поэтому смотрите, подписывайтесь на канал. Все титулы в этом году будут за нами, поэтому let's go!